Меня зовут Галина. Я живу в Бельгии. На гитаре играю чуть больше 2 лет. Александра я услышала случайно в интернете и попросила его дать мне несколько уроков. Думала, 1-2, потому что моя игра казалась мне какой-то плоской, ненатуральной, как будто бы читаешь незнакомый текст, буквы знаешь, а смысла не очень понимаешь. Александр попросил меня сыграть что-нибудь, я сыграла, и он сразу же понял мою проблему. Дал мне много упражнений. Ну, в данный момент проблема исчезла. Я считаю, что Александр не просто хороший исполнитель, а очень хороший преподаватель, что случается нечасто. Совмещение преподавателя и хорошего исполнителя – это действительно нечасто. А преподаватель Александр хороший.